хозяюшки навели... Значит, Люба на меня навела порядок такой, что не знаю, распорядочусь ли я. Честно вам скажу, Наташка спохватилась губы красить перед зрителями. Да. Забыла, видать. Дело в том, что обувь такая, ну, дорогая, не дешевая, поэтому вроде и выбросить жалко. И носить, конечно, Наташа не будет. Поехали. Ой, да ладно обувь-то, собачек у меня сегодня увезли. Обувь. Плакать будешь, что ли? Ну, уже плакала. Вот, подними фигню-то. Увезли Боню, Бонечку мою. Ну, успела же. Тиулечка. Ничего сделала. Да. Видео не делаю, ну так я сделаю. Прямой эфир. Мы сейчас с Любой, самое главное, куда мы с тобой сейчас едем, расскажи. Ну, обязательно, чтобы выходной был полноценный, немножко пошариться. Продуктивный. Продуктивный, немножко освежиться, потрясти, как говорится, да, тряпью. А то она в пыли-то у меня наглоталась. Да, надо что-то на новенькое посмотреть. Да. Ну, говорю, давай хоть ближайший, Наташа, съездим. А что ты сапоги-то у меня не взяла, казахские-то? И не казахские, а как их? На Хэллоуин это. Нет, ковбойские. Ковбойские. Но они больше не ковбойские. Как ты мне сказала? Шахерезада. Шахерезада, да. Узконосые. Ну там вот этот принц-то был в таких узконосых. Из сказки-то. Натали, конечно, да. И носить не будет, но чё ж, пусть полежит еще. Это у меня уже реликвия. На следующий год снова потрясем. Это вот я приехала в Америку, сюда, не в Америку, а во Флориду, и через неделю где-то я в моле купила эти сапоги, продавались красные и коричневые. Это 14 лет назад. Я вообще человек, который мало выкидывает вещей. Но, понимаете, что смешно у меня, но я выкинула Артема тетрадки. У меня нет никакой памяти, чтобы у меня хотя бы вещь какая-то была, вот где Артем маленький, да, ни ботиночек, ни тетрадки из школы. Ну вот есть, правда, аттестат. Все. Значит, а вот такую херню я храню. Вот а такая. Вот как же так ты, Артема, в этом случае это? Не знаю, я не представляю. Мы когда уезжали в Америку, и мне как-то показалось, что все это вести ужасно, и все это я ничего не... А бутылку молочную привезла. Вот представляете? Но я не когда приехала первый раз в Америку привезла, это я уже когда ездила уже, мне подарили потом на память там нашу эту бутылку. Скороварку решила взять тоже. Лоханку-то вот эту. Да. Ну это не когда первый раз, это уже когда-то. Это же сколько места-то они в посылке занимают. Да. А я сама-то смеюсь, я сама плетеные ковры мамины привезла. Как они, у меня сестра смеялась. В кладовке у меня. А что ты их не стелишь? На полу. На полу в кладовке? Да. Так он, они же как плелись-то? Из старых вещей. Из носков как-то. Не, из вещей старых. Резались на полосочки. А потом скручивались, а потом крючком коврики плелись. Так моя сеструха, ой, ремьё повезла в Америку. Смеялась. Ремьё, да, называется. А что такое ремьё? Поворачивает он. Я знаю. Ремьё, ты не знала, что ли? Старьё, ремьё. Первый раз слышу такое слово. Ремьё. Ремьё, как старьё. Думаю, ремень, что ли, ничего понять не могу. Ремьё, это как старьё, да, Наташа. Во, что-то, наверное, народу много. Сегодня я ездила с клиентами показывать дома, и они мне говорят, Наташа, сходи в ресторан Лейлос. И я говорю, давно я там не была. Люба, ты, наверное, не помнишь это название, но это там, где мы ели фасонистую еду. Помню. Нам надо с тобой сходить, потому что хвалят, что у тебя очень вкусно. Они говорят, это не какой-то фасонистый ресторан, но еда сама по себе очень вкусная. Ну ты там какую-то эту кашу-малашу, юку эту, господи. Ну, а я что-то съела, у меня такая отрыжка была, что-то там ела. Не-не-не-не-не. Все, поехали, фасонистая моя. Наташка-то в балетках Надюшкиных. Да. А что? Вот это то, что надо, а не копыта эти. Ну, хватит. Не смеши людей-то. Наталья со свежими силами. Сейчас мне свитерок выберет. Золотые. Сейчас модно золотые-то. А ты вот серебряную-то так и не носишь. Вот такая, смотри. И такая. Разный цветок. Lucky Brand. Так, Lucky Brand тебя не интересует, я так поняла. Никакой реакции не последовало. У меня вообще... Красивые там. Свитерочки. Ой, ну, также да. Пуговочки, как у меня у Посмотри, черного. Посмотри, да, тебе вот как раз вот с таким воротничком. Там мне нельзя с таким воротничком. Ну куда вот с ним? Тут... Такие красивые. Я вообще хочу без воротничка. Нету вот с низеньким.
Люба, белый такой красивый. Я не хочу белый. Ну померяй, просто померяй. Ну давай, ну, надо же как-то одеть аккуратно, не запачкать. Вообще красота. Ну полоска-то же полнит. Не, красотуны прямо, красотуны. Я уже купила эту. Даже женщина и то закричала. Да, я тебе говорю. Вот видишь, сейчас зеленая и красная. Я как раз по сезону в зеленом, да. В красном. А Люба, да ну-ка дай. Не, Элика надо. Смотрите, она в красной этой самой куртке, зеленая эта сумка у нее. Она Christmas girl. Да. Да, вот. Еще курумухры. Да. Ну-ка, а что красная, не смотришь вот тут? Эти кофты. Ты давай что-то реальное. Зачем? Какие же жилеточки. Ну и куда мне? Летние. Вот, смотри. Кельвин Кляйн. Видишь, каким? Так мы с тобой померить. Холоды-то будут ли нет еще? Кто его знает? А вот, кстати, ой, какой свитерок-то, Наташка. Брючки. Не держатся на мне такие. Вот не держатся. Держатся. Ну, не держатся, говорю, посмотри. Новое дело. Маленького размера. Этикетки оторвала. Все равно сваливается. А такая тебе не нравится? Экс-смолка. Все, нравится, все берет. Нет, там размер не мой. Замахнулась на М-ку, Наталья, говорит, тебе. Да, совершенно такого же размера XL. Вот здесь мой XL. Красиво, красиво. Толстовочка. Я хочу вот лапочку какую-нибудь тебе найти, чтобы вот с этой жилеткой померить. I'm sorry, no. Не надо на водолазочку, ищи реально мне товар. А? Что ты мне на водолазке, жара такая. Будем что? Я говорю, сейчас наубираю, и будем тебя красиво одевать. Это у меня уже есть. Нравится? Нравится, не нравится. У меня выкинула, себе покупает. Кирилл, так мне надо тоже некоторые блузки теперь. Ух ты, обрубочек. Да. Свитерочки кашемировые. Наталья говорит, посмотри. Тепленькие, конечно. Но... Не тряхани хоть свитерочком. Ну, я не могу показать. Такие. Мягенькие, кашемировые свитерочки. Тебе пора менять свои, выкидывать. Ой, у меня столько их много, а что в них выкидывать-то, не на шикарные. Они скатались все. Все, ничего. Тоже как-нибудь проверю. Хигер без воротничка. Да. Красненький, давай. Возьмем, померяем. Так. Ну, людям тогда... Ой, смотри, такие же, только серенькие. Видишь? Угу. Будешь мерить? Ну, красного хватит померить. Я все равно с воротом здесь жарко. Со стойкой. Люба одевает такую жилеточку интересную. Она не расстегивается полностью. Такая вот симпатичная. Здесь, значит, у нее молния по бокам. Здесь застегни и кармашки. Не, кармашки здесь, как кенгуру. Ой, вообще прелесть. Смотрите, какая хорошенькая. Застегни это на боках здесь, молнии. Застегни? Да. Прелесть. Вообще. Ты такая молоденькая в нем. Вот надо, знаешь, как застегни. Не, вот капюшон-то тоже одевала. Вообще, посмотрите, какая клевая. 39,99, это Майкл Корс, Кельвин Кляйн. Сзади она подлиннее. Люба, вообще просто прелесть. Смотри, какая. А вот так вот пошла в Сочи гулять, одела на свитерочек и пошла. Просто супер. Когда солнце светит все время. Посмотрите, какая вот прелесть. Нам, как зимняя, а вот светит. Еще померяй другую жилеточку. Да. Смотрите, какая ярко-ярко-синяя. Майкл Корс. Тоже $39. Но она сзади у нее не ниже. Она как бы одинаковая такая. Вот та интереснее, да, смотрелась? Да. Ну вот этот цвет очень такой красивый. Вырви глаз прям.
А вот еще одна, смотрите, такой цвет пудры. По бокам вот такие черненькие, они очень худят по бокам. Такая симпатичная. Та была Донна Карен первая, а вот это Кельвин Кляйн. Какая тебе больше всех нравится? Вот это очень стройнит, кстати, да, жилеточка. Да. Даже не видно, что жилетка. Нет. Может, тебе такую взять? Ну, пусть гардероб не висит, можно. Ну, мне очень нравится она, да, тебе. Да. Вот она, ну, вообще прям стройненькая. Я что, отправлю дочке, если да. Надоест. Ты прям в ней стройненькая. И такой цвет пудры очень красивый. Конечно, она не зеленую кофту под нее, но... Водолазку? Да. Да, жилеточки, конечно, просто шикарные. Смотрите, вот Томми Хилфигер, такие маленькие флажочками. Но я не знаю, какая больше тебе нравится. Все-таки ты на темную лучше. А вот та пудрина, это вообще была красивая. Смотрите, красные. А вот это вот вообще такой цвет, смотрите. Красный, да, вообще красивый. Очень красивый переход. Но они такие есть large. А может large тебе подойдет? А нет, это small. Медиум. Не надо, а хочется. Не надо, а хочется, не говори. Он серебряные такие. Что-то взяла я лак, что маловато красная. Да, лучше тесновато. Ну-ка покажи сзади. Ну она у тебя, ну чуть-чуть сзади, да, боже, борится. Жалко. Слушай, не столько добра довезли, не знаешь, вот что хвататься. Вот это вот все-таки цвета пудры мне больше нравится. А мне вот это больше нравится. Это опять темнота одна. Не знаю, тогда бери. Следующий год отправлю. Нет, вяжутся ведь. А что все ей темные? Это темные, темные. Ну, у нее грудь большая, она старается темно носить. Ей нравится темно. Как вот... Смотри, внутри-то как написано. Красиво. Да. Написано. Да. А я чуть не добавила, как Виктория, что у нас тоже любит черное. Угу. Так, бежим к туфлям. Что у нас сегодня за туфли? Вон, видите, тоже такая пижамка, как и Люба взяла себе. Только это фланелевая, а Люба взяла себе не фланелевую. Но тоже интересная такая. Так, где у нас? Где у нас обувь, если что-то новое? Завезли ли нам что-то новое из обуви. А, вот 7,5. Так, Кельвин Кляйн. Туфельки такие. $39. Что? Коуч. 7,5. $49 коучик. Ой, какие классные кроссовочки. Интересные. Смотрите, Adidas. Люба, ты посмотри, какие смешные. Ну, вообще не даже... А какие они легкие-то. Они невесомые. Adidas. Ой, такие четкие вообще. Сколько стоят-то хоть такие? $59, блин. Наоборот, удобные. Смотри, какие, как маленький мук. Сверху. Да, вот с Майкл Корс. Как у тебя. Да, типа у меня ботинки капуцы, такие. Это видно еще актуальные. Слушай, вот эти вообще такие интересненькие. Ну, то, что интересное только. Ну-ка, как... подожди, я дай пометь. Наталья захотела. Ну да, вот эти тапочки хорошенький цвет, красивый. Наподобие то, что у меня есть там. Ну-ка. Так они смотрятся. Интересно. Так. Блин, такие удобные. Кому чего, короче. Ага. Ну что, удобные, что ли? Вообще. А выглядели смешные. Вообще. Знаешь, какие удобные? Вообще, просто идут пружины. Что, можно и спортзал? Вообще. На танцы? Ну-ка, давай. Я тогда тоже померяю. Ой, Люба, какие они удобные. Самое главное, ничего не развязывается, все затянутся. То, что ты хвалишь, это еще ни о чем не говорит. Надо в деле их проверить. Тетенька на тебя ржет. На, мерей. Ходи. Видите, напяливает. Говорит, что-то в них не то, раз они здесь продаются. А где они должны продаваться?
Их же надо было развязать, когда напяливаешь, а ты прям завязанная начала. Одела. Ужас. Посмотри, какие симпатичные. Ну-ка, походи туда-сюда. Конечно, вообще. А какие они интересные. Интересно, это тоже много значит. А чем они тебе интересны? Ну-ка, повернись. Ну, чего интереснее? Во-первых, подошва. Видишь, какая интересная. И вообще, они сами по себе такие. И очень удобненькие. Угу. Придется брать. Спортсменка ведь я. На танцах-то буду танцевать. Ну да. Видишь, как. Еще меня вспомнишь не раз. Скажешь, бляха, зачем я их купила? Не режучи. Смотрите, какие замшевые ботиночки продаются. Вот. Genie Leather Upper. White Mounted называется. Видишь, какие замшевые. А тут уже дутыши пошли какие-то, ботиночки. О. Вот тоже. Смотри, тоже дочка какие. Все ботинки просила. Вот эти, вот, смотри, какие симпатичные. Ну-ка, вот эти сколько? Какой размер? Да, это хорошие тоже. 39. Мне шестерку надо. Это семерка. Наверное, на зимние. Вот девятка. Нет, это вот семерка. Можно и семерку на зимние. С носочком-то, да? Хорошие. Уже не буду посылать, я на следующий турбок. Да. Смотрите, какие. Сэм Эдлман. Нет, не М. Седлман, а Сэм Эдлман. Такие симпатичные. И вот эти тоже, эти под змею. Эти вот, значит, такой расцветки. Вот такие есть Сэм Эдлман. Много. Есть серебряные, очень симпатичные. И все они стоят. Так. $49. По $49. 49. Да, все по 49. Угу. Ну что, вот на Любе платье. Такое. Ну, платье мне не молодят, это точно. Да. Ну, мне не очень нравится это платье. Я не знаю. Ну, хотя сейчас как-то. Да, но оно 18 размер, Люба. А, ну, да, пойдем в другой. Ну вот на Любе еще одно платье, смотри. Любочка, что-то это такое ощущение, что ты у меня из этого где выкидывала, из моего гардероба и не выкинула. Ну-ка, покажи еще. Да, кстати. А кстати, ничего платьишко, только не знаю, какой-то размер-то хоть. Вы посмотрите на звезду-то на нашу. А сбоку-то как красиво. Сейчас вот тетеньки пройдут у нас. Тут больно темно. Нам надо посветлее куда пойти. Пойдем посветлее. Вот сюда. Вставай сюда. Ой, звезда-то у нас какая. Слушай, а как красиво-то. Сбоку-то. Честная вот обтяжка. Ну тебе бы еще на один размер поменьше, побольше и все бы. Да. Ну, такое платье вот надо тебе взять. Пудренного цвета. Ой, посмотрите, вот так-то встала, так вообще. Прям звездунья. Ну что, вот у Любы платье. Вот такое симпатичное. Ну-ка, покажу. Вот такой вот рисунок. Потому что, ну, очень темно немножко. Вот как-то так темновато. Может, нам надо показывать вот тут, где-то вот. Вот здесь. Ну-ка, я сюда, если вот ты ко мне подойди. Вот как-то все темно. Ну, вот такое платье, оно в виде халатика. Тут вот. Ну да, как палатка. Да. Ну давай, что еще у нас есть? Смотрите на Любе, какая классная водолазка, Томми Хилфигер. Ну зачем ты натягиваешь-то так? А, ты пуговки показываешь? Да. Просто классно. Серые брючки мы тоже здесь взяли. Очень красиво. Ты пойди посмотри в зеркало, как тебе хорошо. Я не знаю, видно тебе или не видно, но... Вот так. Очень, кстати, симпатично. Как ты это считаешь? Да. Да. Мне очень нравится эта водолазочка. Просто вот, ну прелесть. Жалко, вот у меня для шеи не хватает, не получится. А вот так? Здесь и жарко в таких. Так, если только иметь. Не, ну как, вот сейчас будет холодно и будешь носить. Вот и даже вот с красной курткой ее можно одеть. Уже холода прошли. Да уж прям прошли, еще только начинается. Прошли.
Что ты мелешь, ты еще только декабрь начался. На Любе еще один свитерочек, джемпер, да, скажем так. Как он называется? Томми Хилфигер. Вот я не знаю, какой лучше этот. Этот, наверное, ты больше будешь носить, потому что у него открытый ворот. Ты можешь одеть свое золото, вот это, да? Да, я всегда раньше была. Да. Ну вот серые брючки тоже красивые. Да, нет, хороший свитерочек очень. Ну что, все? Ну что, пока Люба у нас переодевается, покажу вам, если какие-то сумки завезли новые. Ого, ничего себе такое. Такая морда льва, золотая сумка. Интересная очень. Это Анна Клейн. Так, вот чернота-то мне не очень нравится, конечно. Вот Валентина сумочка, Италия. $99. Коричневая с черным. Бежевые такие сумочки симпатичные. Алдо. Ничего себе. Алдо сумка. Сколько стоит сумка Алдо? $39. Но она не кожаная, в принципе. Так, что еще? Это Патриция Наш. Патриция Наш. Ее узнаешь просто сразу. Вот это Патриция Наш. Наш и ваш. Так, это вот какая-то прям заношенная. Господи, вообще прям разорванная какая-то сумка. Непонятная. $69. Господи, где хоть ее носила, эту сумку, то посмотрите. Оторвано все. Не знаю, чьи. Вот тоже Патриция наша очень симпатичная. Угу. Это то же самое, вот посмотрите. Тоже Италия. Такие вот, видимо, дорогие. 129, ничего себе. Так, а где у нас цветные сумочки, посмотрите. Вот красные, желтые. Так. О, смотрите, Дед Мороз. С таким Дедом Морозом сумочки. Много очков. Очень симпатичных. Много очков. Ой, какие очки симпатичные. Ну-ка, я сейчас померяю. Ой, какие очки, смотрите. Классно. Ну, посмотрите, какая шапка. Вот это вязочка. Крупная-крупная. Вообще офигеть. Видимо, модно. Мы не знаем здесь, но, видать, модно, раз продается. Девочки и мальчики, смотрите. Я купила очки. Люба, ну-ка, какие ты очки купила? Я сейчас Любе тут разбегала, выбрала очки. Покажи. Джессику Симпсон и Томми Хилфигер. Вот это Джессика Симпсон у Любы. И Томми Хилфигер. С коричневого на белое внизу. Видите? Вот так вот она купила. Что ты еще купила? Показывай. Я купила только очки. Всегда кроссовки, они дорогие. Кроссовки купила. Ой, очки-то на мне сваливаются у меня. $60 эти кроссовки. Так. Вот эту купила, потому что она легче той. Так. Та тяжелая. Жилеточку. И купила красную и полосатую водолазочку. Эти обновочки такие. А это вот похоже, как вот, знаете, рыбка-то вот эта в мультиках-то. Да. Из-за этого только тебе понравилось. Рыбка Нио или как она там называется? А что же у меня очки? Ну-ка посмотри, мои очки сваливаются, если ты вот, если ты голову вниз отпускаешь, сваливаются? У меня нет, у тебя ж носа нет. Ой, а у меня сваливается. А что же делать? Смотри. Видишь? Беда-то с ней. Дай. Как же я буду? Ходить-то в них. Мелконосая. Ну смотри, у меня вообще. Ну как так-то? Вообще некрасиво. Не обидно. Ну, значит, подаришь мне. Ну пока не знаю. А давай давай поменяемся. А у тебя дороже эти? Нет, $29. Поэтому и сваливается. Потому что цена дорогая. У меня по 10. Все, поскакали. Все. Все, девочки и мальчики, всем пока. Не осуждайте меня. Если вещи не понравились, это Люба выбирала. А если понравились, то это выбирала я. Да.